Дети иногда оказываются в опасности из-за родителей. Так случилось и в Братске. Там мужчина оставил своего полуторагодовалого ребенка в такси и сбежал. Даниил Седов выяснил, где сейчас находится девочка, и узнал, как часто мамы и папы халатно относятся к своим прямым обязанностям. В Братской детской больнице сегодня особое внимание уделяют одному пациенту, полуторагодовалой девочке. Ее в медучреждение доставили сотрудники полиции, а к правоохранителям малышку привез таксист. В его машине ребенка оставил отец. Мужчина сказал водителю, что пошел домой за деньгами, а сам сбежал. Горе отца до сих пор не нашли, маму уже допросили. Семьей заинтересовались не только инспекторы ПДН, но и сотрудники прокуратуры. Прокуратура города Братска организована проверка. Выясняются обстоятельства, которые послужили нарушению прав несовершеннолетнего, в данной ситуации даже малолетнего. Прокуратурой будет проведена проверка действий органов системы профилактики, возможности предотвращения случившегося этих обстоятельств, которые все-таки на выходе произошли. К сожалению, случаев, когда в регионе теряют или бросают детей, хватает. Буквально на прошлой неделе в Иркутске родители заявили об исчезновении двухлетней девочки. Ребенка нашли в доме знакомой, у которой семья накануне распивала спиртное. И, видимо, вечеринка прошла отлично, раз родители забыли, где их дочь. Еще одна громкая история. Женщина оставила своего ребенка у знакомой. Та увезла девочку из Шелихова в Абакан, никому не сказав. И это только верхушка айсберга. В 2021 году поступило более 1500 обращений и, наверное, процентов 20-25 – это обращения, связанные как раз с неблагополучием, с нарушением прав детей в семье, с которыми мы столкнулись. Кроме этого, обращения еще также поступают к нам из сводок МВД. Как раз сотрудники МВД, а именно инспекторы по делам несовершеннолетних, проверяют семьи, которые находятся в так называемой группе высокого социального риска. Таких у нас около 7 тысяч, половина из них поставлена на учет. Если семья спустя какой-то период времени проходит восстановление, то есть у нее налаживается тот момент, который был, стал причиной, поводом для постановки на учет, то семья, естественно, снимается со всех учетов и продолжает функционировать самостоятельно. Но в момент этой самой реабилитации семью каждый месяц, а иногда и неделю навещают сотрудники разных ведомств и расспрашивают все детали личной жизни. Ведь родители должны защищать своих детей от опасности, но иногда они сами становятся источником этой самой опасности. Даниил Седов, Василий Заводский. Новости по будням.